Ждали аншлаг. Барнаульцы продолжительными аплодисментами встречали каждый номер концертной программы Московского джазового оркестра. Озвучали произведения как современных авторов, созданные специально для коллектива, так и популярные песни в джазовой обработке. Музыканты все играют очень ярко наши и очень с большой фантазией и позволяют себе вещи, которые можно позволить только на очень хорошей аудитории. И при хорошем звуке. Но вот сегодня очень хороший звук. Крайний раз Игорь Бутман был в Барнауле 20 лет назад. Выступал вместе с Ларисой Долиной. Хотя, как отметил музыкант, общаясь с журналистами, с краевой столицы он связан своими корнями. Мой прадед был епископом барнаульским до 1934 года. Ничего себе. Он был епископом новосибирским и барнаульским, отец Тарасий. Да, сибирские корни у нас есть, поэтому в Барнауле я был один раз, а прадед был много раз. Музыкант еще во время репетиции похвалил площадку филармонии, оценил ее акустику. Отметил, что в залах для академической музыки, например, театрах оперы и балета и джаз, обычно звучит идеально. Мы всем доказываем, что джаз – это не просто какое-то искусство легкое или там какое-то неправильное или непатриотичное, а музыка, она либо талантливая, либо она неталантливая. И многие к нам приходят и говорят, что они открыли джаз, слушая наш оркестр и побывав на наших концертах. Игорь Бутман пообещал журналистам, что в город, где жил его прадед, его оркестр обязательно вернется, и точно раньше, чем через 20 лет. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.